Снова здравствуйте, мои дорогие друзья. Спасибо вам большое за то, что смотрите мои болталки, мои влоги, так сказать. Мне очень приятно с вами общаться. И я очень рада, что ко мне люди обращаются с разными вопросами, иногда даже очень такими сокровенными. Чувствуется, что у человека наболело, вот что-то хочет такое очень узнать, да, а вообще человек интересует мое мнение. Я очень признательна за это. Это значит, что, что называется, я разговариваю не впустую, а это значит, что мои вот эти разговоры, они кому-то нужны и, возможно, кому-то приносят пользу, чему я несказанно рада и надеюсь, что и в будущем, пока я жива, сказать, постараюсь быть полезной вам, мои дорогие друзья. Значит, сегодня я... Да, во-первых, я скажу, что наша постоянная зрительница и подписчица Наира Вартанян мне прислала тоже целый перечень вопросов, но я это отложу отдельно, потому что их там много, я не буду уже смешивать с сегодняшними вопросами, которые я подготовила. Так что, Наирочка, твои вопросы буквально идут в следующей моей болталке, в следующем видео. А сегодня я хотела бы начать с вопроса, который я не буду называть зрительницу, потому что я говорю, я считаю, что это очень личное. И я думаю, что она сама поймет, что я вот именно к ней обращаюсь. Значит, ко мне обратилась женщина, ну, я так понимаю, приблизительно моих лет, может быть, чуть старше меня. Ну, наверняка старше, потому что ее дочери 44 года. И, вы знаете, ее вопрос меня просто не то чтобы поверг в шок. Нет, он меня не поверг в шок. Просто мне стало от него очень грустно. И грустно, и страшно. И мне безумно жалко эту женщину и ее супруга. Смысл вопроса в следующем. Что делать, если дочь, ну вообще дети, так сказать, не испытывают теплых чувств к родителям, которые для них делали все, и всегда, и всю жизнь они были вместе одной такой дружной семьей. Ну, по-настоящему мне эта дама так представила ситуацию, что и отдых вместе, и все вместе. То есть, я так понимаю, нормальная среднестатистическая семья была. Ну вот дочь, свои 44 года, сама уже будучи не только матерью, но и уже вдовой, она, по моим понятиям, ведет себя просто неадекватно. То есть ее мать жалуется на то, что дочь отца и брата вообще, так сказать, отодвинула в сторону, они для нее не существуют. А с матерью общается чисто из меркантильных соображений, потому что мать помогает ей воспитывать внучку. Вот что делать? Вы знаете, ситуация, конечно, я бы не сказала, что таких случаев много в жизни, но поверьте, такое встречается. Правда, например, в нашей армянской действительности такое, в общем, вряд ли увидишь. Вот что правда, то правда. У нас наше отношение к родителям, вообще к членам семьи, очень трепетное, очень такое возвышенное, я бы даже сказала. То есть, вот мама, папа, а уж тем более брат, там, вот, сестра, это святое. Это просто святое. Конечно, и здесь бывают какие-то размолвки, какие-то, особенно между братьями, там, сестрами, там, вот на таком уровне. Но родители – это святое. Я думаю, что такая же ситуация вообще на Кавказе. Вот у кавказских народов вот это такая постановка, что родители – это святое. Ну, в других странах, я так понимаю, что речь идет, наверное, вот это Россия, Украина, Белоруссия, там, Прибалтика и так далее. Там немножко другое. Там, не знаю почему, но какое-то иное немножко отношение между родителями и детьми. Это печально. Это очень печально.
Тем более, если вот женщина, которая ко мне обратилась, и если она пишет правду, ну я думаю, что она пишет правду, потому что письмо было такое, знаете, просто задушевное. Вот чувствуется, что она вот выплеснула эту боль свою. То объяснить в таком случае поведение дочери, вот такое совершенно, я бы сказала, открытым текстом хамское поведение, хамское отношение к своей родной семье. Если бы она так к свекрови относилась, ну, я бы еще как-то это могла понять. Скажем, та ее не принимала, там были трения и так далее, я бы еще поняла. Но когда ты так относишься к своей собственной матери, которая тебе жизнь дала, если бы не эта женщина, тебя бы вообще на свете не было. И твоей дочери бы не было, и ничего бы не было. Понимаете, вот я считаю, что это не просто хамство, это в высшей степени цинизм. Тут могут быть следующие объяснения. Либо уважаемая дама, которая пишет, что-то скрывает, потому что, возможно, еще, так сказать, в раннем детстве были какие-то трения между ее дочерью, скажем, ее мужем и братом. Может быть, она показывала больше любви к сыну, нежели к дочери, особенно если сын младше. Может быть, отец был чрезмерно сухим и строгим. Так тоже может быть. Он, может быть, ее любил где-то, любит, да, где-то глубоко, так очень глубоко, что вообще не видно. Такие мужчины, кстати, есть. Они молчаливые, они вот в себе так зажаты. Они даже любимой женщине не могут сказать, что я тебя люблю. Ты там, скажем, можешь спрашивать... Ну как ты там, скучал без меня или ты вспоминал? Сухой ответ – да. Или часто жду там и так далее. Понимаете, вот ну такие люди, они... Нельзя же всех одной меркой мерить и требовать, чтобы все были абсолютно одинаковые. Есть люди, есть мужчины такие, знаете, ну не то чтобы балаболы, но во всяком случае, которые... любит и о своих чувствах распинаться, говорить, вот я тебя люблю, обожаю, там, ой, ты моя доченька, или ты моя любимая женщина. Вот такой человек, очень открытый такой вот экстраверт. А есть интроверты, вот они внутри, в себе. Это не значит, что они не любят, это не значит, что они холодны. Они не могут показывать свои чувства, вот просто не умеют. Их мама с папой в свое время не научили. Это значит, что у них в семье тоже так было. Ну, такие люди. Это уже надо воспринимать, знаете, как данность какую-то. Ну, такой человек. Но если он твой отец, а дальше идет там, скажем, твой брат. Ну, они такие. Да? Их Боженька такими создал. А еще родители там постарались. Ну, принимай их такими, как они есть. Ты... Найди эту любовь у них в глазах. Люди, которые много не говорят, ты в глаза посмотришь, ты все увидишь. Понимаете? Поэтому вот такое поведение этой 44-летней взрослой, извините, дылды, иначе ее просто не назовешь, ну, трудно как-то оправдать, объяснить. Единственное, если у нее было не очень-то счастливое детство, и, может быть, вот мама скрывает, и, может быть, ей неловко говорить, но, может быть, там были суровые наказания или какое-то неприятие этой девочки. Ну, вот вы знаете, элементарная ситуация. Скажем, папа не хотел дочь, он хотел сына, родилась дочь. Иногда у мужиков такой бзык бывает. Понимаете, вот раз это не сын, а дочь, то все. В общем, оторванный ломоть и вообще не люблю и не хочу. Так тоже бывает. Поскольку я не видела эту семью, не знаю, и я не семейный психолог, я просто рассуждаю с точки зрения взрослого человека, прожившего определенный, довольно солидный промежуток, солидную жизнь, да, вот я только рассуждаю с точки зрения вот уже жизненного опыта. Но я не знаю, что там могло случиться. Или же, что тоже возможно, у нее, возможно, с детства есть определенные психические отклонения. Тоже может быть. Понимаете, очень часто люди
избегают этого, стараются всячески делать вид, что не видят в упор определенных психических проблем, потому что стыдно, потому что, ой, что скажут соседи, ой, а как потом у ребенка жизнь сложится, нет, это надо как-то скрыть, нет, это как-то надо там замаскировать. Вот не получается. Возможно, есть какие-то тяжелые психологические проблемы. Единственное, что я могу этой уважаемой нашей зрительнице сказать и посоветовать, единственное, это, во-первых, сначала одной пойти к семейному психологу и там как на духу все рассказать, вот, с самого начала. И потом попытаться уговорить дочь пойти с ней к семейному психологу. Может быть, даже там с отцом, потому что я думаю, что это проблема семейного психолога. А дальше уже там видно будет. Потому что не видя человека, какие-то диагнозы ставить, какие-то там делать выводы, это некорректно, это неприлично, это неправильно. Я на себя такую функцию не возьму никогда. Я говорю, единственное, вот могу сказать, что пойдите к семейному психологу. Он поможет разобраться вам в ваших отношениях с дочерью, или дочь, отец и брат, да, вот эти внутрисемейные отношения. Потому что вы ей можете сказать, что это все будет влиять на ребенка, ведь у нее 11-летний ребенок. И эта бедная девочка, она видит все это, она же не слепая. Жалко эту девочку. Вот ради нее, мол, давай пойдем посмотрим, что происходит у нас. Или в конце концов посадить ее и сказать, давай, как на духу скажи, какие у тебя к нам претензии. Потому что скрывать, молчать, терпеть – это не есть выход из положения. Это не решение проблемы. Мне кажется, лучше вот так посадить человека и сказать, ну-ка давай, вот какие у тебя к нам претензии. Как на духу, давай, вот высказывай все. Вот. Так что вот это единственное, что я могу посоветовать. Семейный психолог и такая вот открытая беседа. Хорошая беседа такая, без скандалов, без истерик. Да, кстати, там вот мама пишет, что любая попытка поговорить кончается истерикой дочери. Вот если у нее так часто случаются истерики, вот именно это меня натолкнуло на мысль, что, возможно, у нее есть психические проблемы. Возможно, что и эти проблемы родом из детства. Это не просто так. Значит, у нее какая-то психологическая или психическая травма была в детстве. Что-то там было. Вы знаете, даже я помню, я где-то читала, подобная была ситуация, когда девочку там какие-то старшеклассники то ли изнасиловали, то что-то с ней сделали. Мать ее отчитала очень грубо, отец вообще чуть ли не сказал, ты испорченная, не знаю какая. Девочка замкнулась, ушла в себя, и вот у нее с родителями получился такой конфликт. Я помню, я о таком случае читала. У мамы есть хорошие книги по психиатрии, по психологии. И вот я помню, как вот такой пример был, что вот в детстве что-то с девочкой случилось, и дальше она уже замкнулась, ушла в себя. Так что здесь вот родителям надо, ну, во-первых, ей хорошо бы курс принять препаратов нервоуспокаивающих, на травках там, вот мята, мелисса, валерьянка, что-то такое очень такое, натуральное, да, не какие-то сложные препараты, тяжелые препараты. И пусть у нее нервишки придут в себя, а потом вот пойти к психологу. Потому что это единственный человек, который сможет им как-то помочь, профессионально помочь. Потому что все остальное это досужие разговоры, которые в результате могут не только не принести какой-то пользы, но могут наоборот даже очень сильно навредить. Если у нее глубокая травма психическая там, или психологическая, то такие вот попытки ее прижать к стенке и сказать, ну давай, поговорим. Это будут очередные истерики, это будет все что угодно с очень непредсказуемым финалом. Поэтому лучше, конечно, дело до такого плохого финала не доводить. Я надеюсь, я как-то ответила на этот вопрос. И перейду, значит, к остальным. Это, знаете, как вопросы, которые нам задавали по ходу прямого эфира, вот нашего последнего прямого эфира.
вот гордыня, гордость, достоинство, скромность, стеснительность. Там дальше у нас были комментарии, которые писали. Да, я согласна с тем, что скромность и стеснительность – это разные вещи. Хотя они обычно идут так парочкой, но это разные вещи. Скромный человек – это человек, который не кичится своими достоинствами, своими талантами, своим умением там что-то делать. Он скромный, он молчит, за него говорят его дела. Просто, вы знаете, тут есть такой очень тонкий барьер, когда родители, пытаясь в ребенке воспитать такую скромность, они в нем вырабатывают, так сказать, не специально, так сказать, не намеренно, но так получается, вырабатывают комплексы, определенные комплексы. А эти комплексы, в свою очередь, они уже приводят и к повышенной стеснительности, такой вот робости какой-то, неуверенности в себе. Это вот чрезмерная такая строгость, чрезмерное такое давление, мол, что ты себя представляешь, тоже возомнил, подумаешь, какой гений, а ну-ка давай тебе еще работать и работать. Вы понимаете, поощрять ребенка и заставлять его работать, это не значит, что вы должны его унижать, да? Потому что унижение это всегда бьет по человеческому достоинству. Вот если вы хотите, чтобы ваш ребенок вырос нормальным членом общества, в дальнейшем счастливым и самодостаточным человеком, это очень важно, быть в жизни самодостаточной личностью. Для этого нельзя убивать в нем инициативу. Да, надо поощрять его таланты. Не надо чрезмерно захваливать, да, прямо облизывать с ног до головы, какой ты у меня гениально талантливый, весь из себя прямо кушать не могу. Нет, такие вещи делать, конечно, не надо, это глупо. Это вы портите ребенка этим. То есть он возомнит, что он прям пуп вселенной, что у него там вот такой гений чистой красоты. Вот нет, такие вещи делать не надо. Но с одной стороны надо, там очень такая тонкая грань. С одной стороны надо и похвалить, и сказать, что ты молодец, давай, давай, дерзай, у тебя еще больше получится, ты еще добьешься, но учти, хочешь добиться, ты должен много работать. А ты так, я смотрю, что-то не очень стараешься. Ну-ка, давай, давай, садись. То есть вот его забивать вот так постоянно, что ты себя представляешь, надо быть скромным. Это не есть воспитание в человеке скромности. Скромность воспитывается иначе, когда ты так тихо, очень ласково говоришь, что, деточка, знаешь, да, ты это очень хорошо делаешь, но не надо об этом на каждом углу прям трубить. Не надо. Вот ты сделай, покажи, пусть твоя работа о тебе скажет, вот что ты из себя представляешь. А если ты будешь просто ходить и хвастаться, люди просто будут смеяться над тобой. Никто не поверит ни в твой талант, ни в твои какие-то способности. Ты должен своим трудом, своим умением все доказать, что ты из себя представляешь. И вот так получится, что вы и трудолюбие прививаете, и в то же время не делаете его таким, знаете, замкнуто, стеснительно, робким, таким боязливым человеком. Потому что это нехорошее качество. Я даже больше скажу, что очень много действительно талантливых людей, они просто похоронили этот свой талант и не пробились в люди, и мир о них так и не узнал, именно потому что в свое время их родители вот так затюркали, завоспитали, что называется, ну, естественно, с самых благих намерениях, да, вот это все делается всегда, самое большое зло делается из самых лучших побуждений. Вот. И человек ничего не добился в жизни. А результатом становится что? Что где-то уже после 40 это крайне неудовлетворенная собой и окружением личность. Либо это какие-то желчные такие, весьма циничные люди. Они становятся такими желчными, циничными. Причем с ними другие стараются особенно не контактировать, потому что они становятся просто неприятными в обществе. У них, понимаете, в них начинает бороться влюбленность в себя талантливого и вот этот комплекс недооцененности, что вот их не оценили. И вот эти два чувства в них борются. И, в общем, получается по жизни такой очень неудовлетворенный, озлобленный, неприятный человек. Вот это точно.
Так что вот скромность, стеснительность, да? А стеснительность, вы знаете, это совершенно, ну, в чистом виде стеснительность. Это неплохое качество. Но его просто надо не на все сферы жизни распространять, а на какие-то конкретные. Например, вот я в Англии, когда за детьми наблюдала, вот со столько лет, да, слава тебе Господи, донаблюдалась, как говорится, вот они у меня где сидят все. У них дети напрочь лишены чувства вот, стыдливости, стеснительности, какого-то элементарного воспитания. Они не знают, что такое стыдно, неприлично, нельзя, плохо. Да? И когда им что-то говоришь, вот это нельзя, это плохо, что ты делаешь, это стыдно. Когда как баран на тебя смотрит, ну что она такое вот тут говорит? Я уже один раз об этом рассказывала. Просто, так сказать, данный контекст меня вынуждает, значит, повториться. Потому что у них вот эта вседозволенность такая, она портит детей до невозможности. Например, я помню, младший внук моего супруга, он мог в 4 года совершенно голый, без трусов, фланировать так по дому перед людьми. У него не было абсолютно чувства ни стыдливости, ни стеснения. Ничего абсолютно. Для него это было нормально. И родители даже не понимали, что они воспитывают эксгибициониста. А это очень плохо. Это тяжелая психическая патология. Да? Это вот те люди, мужики, которые по подъездам прячутся и потом начинают свои инструменты вот так вот раз открывать и показывать, особенно детей пугать вот так. Это эксгибиционизм. Это очень плохая вещь. И вот у них дети вот так, они могут голые ходить на улице где-то, с ними трусы бегают. Я таких детей видела в магазине. Представляете, идешь и вдруг смотришь, ребенок стоит, трусы снимает, рак размахивает трусами. И вот все у него прелести там дрожат, трясутся, и он бегает по магазину. А мама в таком восторге, ой, какой у меня малыш. Какой у нее малыш? Дегенерат. Такой же, как и сама мама. Вот. Так что вот в этой сфере, да, вот, например, чисто такого интимного характера, твое обнаженное тело или там какие-то вот физиологические моменты или еще что-то. Да, и мальчики, и девочки, они должны иметь определенное чувство стеснительности, стыдливости, что вот это нельзя, это неприлично, это нехорошо так делать в обществе. Одним словом, детей надо так воспитывать, чтобы они умели себя правильно преподнести в обществе. В любом обществе они должны себя чувствовать как в своей тарелке. А это значит, что они должны соблюдать этикет. Потому что каждая прослойка общества, каждая ячейка общества, она имеет свои правила поведения. И если ты достаточно хорошо воспитан, ты всегда хорошо впишешься вот в эти ячейки. Тебе всегда везде будет комфортно. Ты будешь себя правильно вести. Да? Так что этикет – это правильная вещь. А вот то, что касается стеснительности, ну да, конечно, определенная стеснительность, конечно, должна быть, причем, естественно, что у девочек больше, чем у мальчиков, это естественно. Ну, не буду я, знаете, такая уже тривиальная тема, я думаю, вы и без меня знаете, почему девочек надо воспитывать так и стеснительными, и стыдливыми. Да, это надо. И это не мещанство, это не ханжество, извините меня. В конце концов, мы не воспитываем маленьких проституток, простите за грубость, да, которые вот в любой момент вот так раз, и она готова. Нет. Мы воспитываем приличных женщин. Женщин, которые в будущем будут мамами, женами, бабушками, там, тещами и свекровями. То есть женщин, которые должны быть семейно ориентированы. Да, в конце концов. А то, что на Западе, например, 9-летние девчонки начинают рожать, и теперь Британию вот так трясет от детской беременности, потому что уже зашкаливают все данные. Вот пусть они думают, насколько они хорошо воспитывают своих девочек. Что в 9 лет девчонка уже беременная бегает. Или в 9 лет идут там, значит, какие-то эти процедуры с волосами, то красят, то гофрируют, то еще что-то делают. Слушайте, что это такое? Вот что это такое?
А потом они удивляются, что, ой, девочку изнасиловали на улице. А потом спрашивают этого насильника, он говорит, а я не знал, что ей столько лет. Она выглядела на все 18. Да? А на самом деле ей, может быть, где-то 14, а выглядит она на 18. И пишут там об этом в газетах, и пытаются там журналисты что-то кому-то мозги вправить. Не получается, потому что население дебильное. Вот не получается им мозги вправить, понимаете? Они уже неправильно ориентированы. У них, вернее, сбился курс корабля. Он уже так, в свободном плавании, уже не подчиняется никому и ничему. Так что ничего хорошего там нет. И, ну, в общем, а гордость и гордыня, ну что, гордость – это хорошее качество. Человек должен быть гордым. Не зазнайкой, не гордецом, а просто гордым человеком. Человек, который не позволит никому наступить на свое достоинство или попрать достоинство своей нации, своей страны, своей семьи. Да? Человек, который может ходить с высоко поднятой головой, потому что он живет порядочно, работает порядочно, он умен, трудолюбив, он все делает по закону. А почему не быть гордым? Почему не быть гордым? Это хорошее качество. Вот другое дело гордыня. Гордыня – это грех, кстати сказать. Очень большой грех. Это даже больше грех, чем убийство. Да? Вот по этим градациям, вот гордыня – худший грех. Потому что гордыня за собой несет и зависть, и ревность, и всякие злобные чувства, и внутреннюю большую неудовлетворенность. Кто страдает гордыней? Это люди, которые ничего из себя не представляют. Но у них большие комплексы неполноценности, которые у них переходят в комплексы превосходства, и им все время хочется доминировать, понимаете? Они все время хотят быть такими доминантами. Ну вот у них появляется уже эта гордыня, ничего общего с гордостью не имеющая. Ну, я надеюсь, что я на этот вопрос ответила. Ой, там еще был вопрос свекровь и теща. Ну, вы знаете, и свекрови, и тещи, они мамы, по большому счету. Я во время нашего прямого эфира сказала, что не надо молодым девочкам прямо сразу, с первого дня, вот так в штыки воспринимать свекровь. Всегда надо учитывать, что да, любая мама, она всегда ревнует своего сына. Что у нее немножечко, может быть, завышена оценка своего любимого чада. Она немножко так ревностно к этому ко всему относится. Но это надо учитывать, понимаете? Не надо это воспринимать как прямо вселенскую трагедию и вот из нее делать какого-то монстра. Мне кажется, надо попытаться как-то подружиться. Вот мне так кажется. Хотя я знаю, и на примере вот моей собственной бабки, что свекрови бывают, конечно, иногда страшные. Абсолютно страшные, просто ведьмы. Так тоже бывает. Ну, тут уже, как говорится, ну, с тещей тоже разные бывают, понимаете? Хотя, как правило, теща старается с зятем дружить. Вот, как правило. Ради дочери, ради сохранения семьи, ради всего. Особенно, если человек приличный, она старается дружить. Значит, или с будущим, или уже, так сказать, законным зятем. Ну, свекрови как-то в этом смысле немножко держится так, или особняком, или уж так немножко так на невесток поглядывают. Но давайте согласимся, что если эта женщина нормальная, если она хочет счастья своему сыну, если она делает какие-то замечания молодой невестке, ну, все-таки согласимся, что у нее есть какой-то жизненный опыт, что она этого сына растила, извините, не на огороде где-то, а в доме, в семье этот мальчик рос. Он привык к какому-то определенному укладу, правильно? Ему так комфортно, удобно. И наверняка молодой девушке неплохо бы взять это на вооружение. И если свекровь что-то говорит, ну сделай ты, ну тебе жалко что ли? Вот если она говорит, ты знаешь, мой Ванечка любит там, вот там оладушки вот так вот. Ну приготовь так, скажи, мам, покажи, как это надо сделать. Вы и вовлечете ее в процесс, и в то же время она перестанет жужжать у вас на духу. Она скажет, видишь, какая хорошая девочка, вот она меня слушается, молодец девочка, вот я ей буду помогать. То есть вот как-то эти мосты надо налаживать, не то чтобы с первого дня так, как эти, знаете, кобры прямо, вот там, ну что это такое?